Компания Forever Living Products – это мировой производитель алоэ и продукции из алоэ. И очень много направлений, но одно из направлений, которое сегодня делает просто невероятные успехи, невероятный фурор по всему миру – это направление стройности красоты тела. И у нас есть очень удивительные продукты. Вот эту презентацию я делала на последнем дне успеха, не все были, поэтому я с удовольствием ее сейчас повторю. Самое главное, самое интересное в программах Forever – это что можно нормализовать свой вес и потом в этом весе дальше жить. И этих примеров очень много вот на сегодняшний день в мире. Люди на Фейсбуке, в интернете, везде выставляют себя. И такие ролики появляются. То есть, если кому интересно, то можно в интернете эти ролики найти. Почему эта программа была компанией разработана и почему ее так успешно сейчас многие применяют? Потому что статистика мировая. Видите, 66% мужчин старше 20 лет имеют избыточный вес или ожирение. Оказывается, 70% детей в Америке с избыточным весом. Просто это уже идет такая тенденция, что вес, понятно, что дополнительные какие-то проблемы по здоровью и так далее. В общем, цифры эти год от года растут. И поэтому компания предложила такую программу. И это получилось очень эффективно и здорово. Самые большие страхи, с которыми люди сталкиваются, когда надо подумать про вес. Что это очень сложно, это очень трудно, диета не работает для меня, буду постоянно голодный, мой вес вернется обратно, и я не буду знать, что мне есть. И люди, кто уже какие-то диеты когда-либо пробовал, они с этим и сталкиваются. У меня лично есть знакомые, которые на диетах убирают килограммы, потом проходит время, и они прибавляют еще больше, потому что организм очень умная система, и она все регулирует. И если она чувствует, организм если чувствует, что мы что-то убираем, он уже настораживается, начинает это сберегать и восстанавливать еще быстрее. И решение. Просто предлагаю, если я покажу, как можно лучше себя чувствовать за 9 дней, как очистить свое тело, улучшить энергию, как кожа, как наслаждаться пищей, быть здоровым, вы бы этим заинтересовались, я думаю, каждый бы заинтересовался. И программу предложила компания в виде трех таких блоков. Первый – C9. Это 9-дневная программа очистки организма. 9 дней любой человек может в своей жизни выделить 9 дней. За 9 дней получает эффект. Он видит это. И если человек хочет, он может дальше продолжить в течение 2 месяцев этот эффект закрепить. И FIT1, вот F1 и FIT2 – это программы, которые направлены на улучшение жирового обмена, сжигание жиров и на наращивание мышечной массы. Потому что люди худеют, потом у них все обвисает, и они становятся тоже не совсем... Ну, той формы и красивые. Это легко как раз 2-3. Первая ступень, как я уже сказала, очищение. Начинаем прощаться с весом. Потом FIT1, когда мы согласно своим целям вес продолжаем снижать. И очень четкое, разработанное пошаговое руководство, которое помогает нам на каждый день следить, смотреть и поддерживать нас. И FIT2 – это как раз вот мышечная масса, тонус мышц достигается. И программы эти – это не диета, а это просто решение наше. Мы решили быть здоровыми, быть красивыми, быть молодыми. И это решение начинает в жизни нам помогать. Это не диета, как я уже сказала, как это работает. Люди обычно думают о калориях, это, конечно, важно, но это только часть. Потому что бывают калории полезные, умные, бывают калории вредные. Мы вводим полезные, убираем и выводим неполезные. И особенность этой программы – мы кормим свой метаболизм, FIT это очень помогает делать. С этой программой снижается вес, повышается тонус мышц, и это все в дальнейшем сохраняется. Вот. Зачем вообще нужно очищение? Вот эти 9 дней очень важны. Сразу мы не можем что-то такое сделать. Почему? Потому что когда мы едим еду, а 50 килограммов мы съедаем вот всяких разных этих добавок, прибавок, как мешок цемента мы съедаем всякого ненужного. Вот. Да, с едой пестициды, гормоны, антибиотики, ГМО, хоть и пишут без ГМО, кто знает, что там с ГМО, без ГМО. И наше тело умное, оно начинает это откладывать в жировые клетки, чтобы организм как-то мог выживать. Да, и жировые вот эти клетки, если мы сразу начинаем, например, как-то снижать вес, это все токсины попадают в кровь и в организм. И поэтому очень важно очиститься и... потом употреблять очень вкусную и полезную еду. И Forever предлагает секретное оружие.
первое секретное оружие – это наш гель алоэ. Больше ни у кого, ни у одной компании нет такого алоэ вера геля. Почему? Потому что компания сама выращивает, сама контролирует. Вертикальная интеграция, которой очень гордится компания, от посадки до финального продукта, все под контролем самой компании. И используется только мякоть листьев, гель. И стабилизируется натуральными стабилизаторами специальная процедура, процесс. И мы, когда берем эту бутылочку литровую и начинаем ее употреблять, это как будто свежий фреш-сок употребляет наш организм. А в алоэ геле очень много всего полезного и 200 компонентов, которые снимают усталость и снимают вообще напряжение. И полезные вещества, считай, витамины, минералы, все там есть. И за программу, за 9-дневную программу по новой системе выпивается 2 литра алоэ. И алоэ делает огромную разницу. Это реальное секретное оружие в управлении снижением веса. Следующее секретное оружие – это коктейли. У нас коктейли в других баночках, но по сути это содержание то же самое. В Америке, в некоторых странах Европы коктейли рассосовали в пакетике. Это, конечно, более удобно. Forever Ultralight коктейль с аминотеином. Его можно смешивать с чем угодно, с молоком, водой, соя, кокосовое, рисовое молоко. То, что переносит, можно это употреблять. Это не животный протеин. Аминотеин – это уникальная смесь ферментов, которая помогает усвоить протеин из диеты. И это укрепляет мышцы и снижает вес. И если кому интересно, есть такая женщина, доктор медицинских наук Елена Гурская. Она в России. И на Ютьюбе есть ее разные выступления. Она говорит, что вот эти наши коктейли, они нормализуют гормональный фон и нормализуют функцию щитовидной железы. И объясняет, почему. И даже те проблемы, когда аутоиммунные там вот щитовидкой какие-то вещи, вот просто употребление коктейля нормализует людям вот эти аутоиммунные проблемы и процессы. Следующее секретное оружие появилось у нас где-то месяц. Это вообще любимейшая моя добавка на сегодняшний день Forever Therm. Кто уже ее пробовал? Самый лучший, самый новейший продукт в системе управления веса. Специально разработанная формула, которая содержит комбинацию витаминов. Здесь все витамины, какие нужны, все вот так в сбалансированном виде. В12, С, например, витамин, снижает слабость, усталость. Главные компоненты – это зеленый чай и зеленые бобы кофе. Тоже много информации в интернете на эту тему. Гуарана, малина, и очень хорошо обмен веществ повышается, и много энергии. Рекомендуют две таблетки, можно две сразу, до обеда. Потому что если после обеда, чересчур будешь возбудимый. А если до обеда, будет как раз то, что нужно. Ну вот сколько моих знакомых добавили терму, в разы быстрее наступает эффект вот избавления от излишних жировых отложений в любых местах. И вот эта энергия тоже очень хороша. Следующее секретное оружие, которое появилось у нас буквально, не знаю, недели две, наверное, назад, это файбер. Очень долго я ждала, когда же у нас появится. Это очень недорогой продукт. 4 вида растворимой клетчатки в этом пакетике, 5 граммов в одной вот такой вот штучке. Коробочка содержит 30 этих пакетиков. Рассчитана как раз на месяц, одну в день. Да. Рекомендуемая суточная доза клетчатки 30 грамм нормальному человеку в сутки. Мы что-то с едой съедаем, но в среднем посчитали, только 15 грамм люди съедают, а 15 не доедают клетчатки. Запоры отсюда и всякие прочие проблемы по здоровью. А это водорастворимая клетчатка. Если кто-то когда-то употреблял клетчатку, она такая комочками, шматочками, неприятно. Это как водичка. Растворяем в воде, в стакане там, или в бутылочку высыпал, растворяется и прекрасно, спокойненько выпиваешь. Зато 4 вида клетчатки, 5 граммов, за раз попало, и все начинает у тебя там очищать, что надо выводить, какие-то токсины в себя вбирать. Очень удобно и очень эффективно. И, наконец, 5-е секретное оружие, которое мы знаем, это горциния. Горциния – это такой фрукт, которые в Индии очень как приправу используют. Она снижает выработку жиров из углеводов, плюс софлоровое масло, плюс пиколинат хрома, который для углеводного обмена нужен. Ногти улучшает, волосы улучшает, эластичность сосудов улучшает, регулирует вес и уровень сахара. То есть это очень-очень полезное. Печени, функцию печени также нормализует. Ее просто так даже вот в жизни пить. Особенность горцинию надо пить за 30 минут до еды.
Вот это надо запомнить. Не с едой, а за 30 минут до еды. Тогда она делает все, что надо сделать, и в организме там она включается в углеводный этот обмен, поступает сигнал в мозг, что ну, не столько много будешь съедать, да, порция начнет в объеме уменьшаться, и ты не будешь голод испытывать, и все у тебя будет замечательно. Есть еще такое понятие, как вот я сказала, низкий углеводный индекс. Некоторые фрукты и овощи обладают этим. И компания разработала специальную брошюру. У нас пока ее тоже нет, но в интернете она есть. И спасибо россиянам, которые активно этой программой пользуются. Они на русский язык все перевели. И я скажу сайт, на котором все это есть, можно скачать. Я вот себе распечатала просто, например. И здесь перечисляются прямо продукты, которые обладают этим индексом, и которые рекомендуются в течение 9-дневной программы. Есть персики, яблоки, даже виноград, ну понятно, не килограммами, а там несколько виноградин, огурцы, там фасоль, помидоры, то есть вещи, которые помогают перебить голод, чтобы себя хорошо чувствовать и чтобы организм не чувствовал, что ему что-то не хватает. Рекомендуют опять сделать фотку до и после, чтобы себя увидеть разницу. Сам набор, вот этот C9 очистка, включает в себя, повторюсь, 2 литра геля, коктейль, терм, файбер, горциния. И вот видите сайт foreverliving.ru, на этом сайте в разделе материалы, там есть эта брошюра и плюс еще очень много дополнительных материалов, можно ее там распечатать. Или мы можем купить набор Clint 9, который у нас продается набором, там еще в подарок идет шикарный шейкер, просто будет плюс дополнительный литр алоэ и... докупить терму и файбер. Тоже удобно. Если пыльцу переносишь, она только на пользу пойдет. Хуже не будет. Вот. Вот так вот выглядит эта брошюрка. И с чем еще хороша брошюра? Там очень подробно и очень много поддержки расписано, что мы как делаем. Первые 2 дня мы не употребляем еду, потому что, как я уже сказала, нам надо очистить все, что у нас там отложилось, жировые наши запасы и клетки. И вот на завтрак, видите, вот строчечка завтрак. Мы просыпаемся, съедаем 2 капсулы горцинии за полчаса до еды. Потом выпиваем 118 мл геля алоэ через 30 минут. Заедаем таблеточкой термой. И необходимо 30 минут написано физическое упражнение. Вот эти упражнения, я там несколько покажу, тоже на сайте foreverliving.ru. Очень шикарно даны с переводом на русский язык, и они, эти упражнения специально прям на разные группы мышц продуманы, они очень простые, но очень, ну, как сказать, все продумано, да. Потом перекус через какое-то там время, это мы разбавляем файбер в воде и выпиваем, это перекус. В обед опять 2 капсулы горцинии за полчаса до еды, сок алоэ через 30 минут, терму и коктейль. Размешали на молоке, на воде, на соке, как хотим. На ужин 2 капсулы горцинии за полчаса до еды, алоэ 118 мл выпили. И вечером перед сном выпили алоэ. Вот, это все перечислено. Что касается... Да, вода... Молодец, Нурпаленко Сынина, сейчас я про воду скажу. Что касается 3-9 дня, там уже другая будет схема. Там мы добавляем, видите, еду. Можно в обед, можно на ужин, кому как удобно. Ну, а в принципе, принцип остается тот же. То есть в первые 2 дня мы 4 раза в день, как и раньше, алоэ пили интенсивно. А с 3-го дня у нас алоэ уже будет только 2 раза в день. На завтрак и на ужин. И поэтому вот эти 2 литра выпиваются за 9 дней. Прям листовка такая, да, и каждый день 8 стаканов воды в день рекомендуют выпивать хотя бы. И тут прям так вот зачеркивать. Ну, тут все, говорю, так сделано, что поздравляем, вы это сделали, там, первый день вы преодолели. Ну, то есть вся брошюрка на поддержку человека направлена. И рекомендуют вести свой дневник. Вот, рекомендуют вести дневник, видите, запишите ваши 3 цели, ваш дневник, все записывайте. И вот тут опять повторяют, что вы как съедите, все себе галочками отмечаем. Ну, в общем, одним словом, очень удобная поддержка. И каждый день, вот видите, там вверху такие квадратики, что первый день прошел, второй, там третий, четвертый. В общем, на протяжении дней вот эта брошюрка вся с нами. Вот так выглядят упражнения, которые есть на сайте, можно их там смотреть. Привет, это Терренс для команды Forever Fit, это Лиэн, и мы покажем вам, как делать вертикальные ножницы. Лягте, пожалуйста, на коврик, поместите руки под копчик, поднимите прямые ноги, носки смотрят вверх,
Начните медленно двигать ноги вверх-вниз. Так мы делаем вертикальные ножницы. На каждый день будут свои упражнения, поэтому Черепенин рекомендует поначалу раньше ложиться, пораньше вставать, чтобы вот внимательно вот эти все упражнения изучить и делать. В общем, секрет и успех в этих упражнениях в том числе. Что же дальше? Когда успешно прошли очистку С9, то больше всего опасений у людей, что вес вернется. В мире вот так выглядят коробки F1. Нам сказали, пока такое не ждать, мы можем уже спокойно это все делать, потому что вся продукция у нас есть, за исключением батончиков, которые именно в эти коробки рекомендуют. 30 дней мы используем продукты, которые также использовали в С9, но немножко другим путем. И делаем упражнения, которые нам будут рекомендоваться. Алоэ-гель будем пить ежедневно, но уже меньше, один раз в день. Калорий мы уже больше немножко будем съедать. Пока не достигнем, ну, в смысле, когда цель достигнута, уже даже на FIT2 там еще больше. У нас добавится новое секретное оружие, и есть специальный также буклет с советами и дневником. И, в общем, рекомендуют этим пользоваться. Входит 4 литра алоэ FIT1, мы можем их спокойненько купить. Входит файбер, термо, горциния и коктейль. Да, и вот, ну, перечисляется, что входит в набор. 4 литра, коктейль, термо, там 60 таблеток в баночке, файбер 30 пакетиков, горциния 70. И новое секретное оружие – это фастбрейк батончики. Их 10 штук кладут. Тебе фастбрейк, который у нас есть. Он содержит очень удивительные компоненты, сбалансированные вот эти протеины. Если кому интересно, Гурская подробнейшим образом рассказывает про батончики, про их разницу. В них нет глютена. Вот в наших батончиках 11 грамм протеина. Вот в этих батончиках 15 грамм. Вот разница на 4 грамма, грубо говоря. Плюс в наших есть 2 грамма клетчатка. Они очень вкусные и полезные. И опять же, вот брошюрка, если посмотреть, видите, все-все-все расписано с 1 по 30 день, что мы едим, как мы едим, на завтрак мы пьем алоэ, вот по этой программе, и пьем термо. На перекус файбер, в обед мы выпиваем горцинию, почему-то горциния вот по этой программе 2 раза в день пьется, на обед и на ужин, а на завтрак ее почему-то не пьют, я не знаю почему, ну так вот написали. Вот, и в обед пьется файбер, ой, термо. Термо и горциня, и кушаем. Перекус, когда батончик рекомендуют или коктейль, и на ужин опять горциня, и можно кушать. То есть 2 раза в день мы уже едим еду. Очень рекомендуют добавлять RG+. Это которая такая вещь, улучшает микроциркуляцию, и тогда наши мышцы, наши клетки лучше получают питание. И для того, чтобы ускорить потерю веса, если кто хочет, может употреблять лин начать. И вот горциния, лин и термо. Что такое лин? Лин – это вспомогательное средство. Оно ни от чего не вылечивает, ни от чего не избавляет. Это листья опунции, сухой экстракт листьев опунции и экстракт белой фасоли. Обволакивает, есть шикарный мультик в интернете, обволакивает углеводы и жиры и выводит на проход. Вот если мы какую-то порцию обильной жирной пищи там, или углеводистой, можно съесть перед этим лин. Или если мы поехали, где все включено, обязательно лин с собой взять, тогда мы сможем большее количество еды съедать и при этом вес не прибавлять. И теперь в брошюрке вот так все расписано по дням упражнений. То есть упражнений их очень большой ассортимент. Все они на русский язык переведены и на сайте выложены. И тут вот, допустим, первый день вот такие-такие-такие упражнения. Во второй день совсем другие, в третий совсем третий. Каждый день упражнения разные. И все это научно продумано, как надо этим нашим мышцам развиваться. Потом опять нас поздравляют и предлагают перейти на следующий FIT2 шаг. FIT2 коробка выглядит по-другому, но состав ее тот же самый, что FIT1. Разница только в упражнениях. Набор упражнений другой. И в, ну, там именно на мышечную, рост мышц направлено. Видите, состав тот же самый. 4 литра алоэ, коктейль, терм, файбер, горциния, батончики, вот, воду, брошюра. Брошюра выглядит так же, как коробка, другим цветом. Опять все разрисовано, как мы что употребляем. Принцип тот же самый. И упражнения каждый день совсем другие. Там прям листаешь, каждый день расписаны какие упражнения, что тебе как надо. И, как я уже сказала, очень рекомендуют добавлять к программе RG+,
Его можно хоть к соку подбавлять, хоть отдельно с водой пить. И давление нормализует, и сердце, сосуды. Очень хорошо для мышечного роста мышцы. Очень хорошо для мужской потенции. И также еще и противовозрастные явления прекращают проявляться, и гормоны нормализуют. Следующее, что очень рекомендуют, это пробиотик. Пробиотик – это 6 живых бактерий полезных, лакта и бифида, в одной капсуле, которая в кислотоустойчивой оболочке. Мы ее съедаем на голодный желудок или на ночь, или утром. Лучше запить алоем глоточком. И эти полезные бактерии расселяются в нашем организме и все улучшают. Вот уникальная комбинация, очень хорошо для иммунитета. И когда мы очистили организм, конечно, лучше заполнить его полезными бактериями. И третье, что очень рекомендуют добавлять, это Арктическое море. Опять же, и память, и глаза, и суставы, все мы недоедаем полезные вот эти омегу-3 с рыбой. Мало мы рыбы едим, и рыба у нас не та. Поэтому, если есть возможность и желание, можно смело это добавить. И что же потом дальше? Мы пропили квин-9, С9, мы пропили фит-1, фит-2. Вес наш нормализовался. Если пример Олега Черепенина, у него за первый вот этот цикл, по-моему, не то 5, не то 6 килограмм, потом следующий 9, потом следующий еще 9. И в результате у него там 20 с чем-то килограмм убавилось. А дальше рекомендуют переходить на Vital 5. В этой коробке 4 литра алоэ, есть на Арджи, вот это, все есть вот это. Арджи в этой коробке лежит, пробиотик лежит, омега лежит, и еще есть витаминка Дейли, которая восполняет все микроэлементы, ферменты, там, витамины, и даже Q10 для энергии клеток, и даже алоэ в этой витаминке есть. Вот это такая коробка на месяц одному человеку. И можно к этой коробке горцинию взять и пить, сколько хочешь, нету, хоть каждый день пей, в Индии, говорю, ее как приправу в еду добавляют. Если знаешь, что ты ешь лишнее или куда-то тебя пригласили в гости, пуслин будет всегда. Термо – это вообще, я говорю, люблю, теперь ее всегда, она со мной. Батончик для перекуски, коктейль – тоже можно одну еду заменять коктейлем периодически, если того хочется. Вот тут изображено, что входит в этот набор Vital 5. Как я уже сказала, 3 ключа оптимального здоровья. Всасывание – это алоэ и пробиотик нам дают. Кровообращение – это арджина помогает сделать, и питание, Дейли и Арктическое море. И хоть всю жизнь так питайся. И есть такие коробки с разными соками. Есть для суставов, это вот синей крышечкой Freedom. Есть для почек ягодный нектар. Есть просто сладкий, у кого сердце, можно его выбрать, персиковый. Есть просто... Слайд мне нравится, что рынок, глобальный рынок снижения веса ожирения 672 миллиарда в этом году. Участвуем мы в этих... распределение денег. Не участвуем. Люди тратят деньги на то, чтобы вес свой иметь хороший. Я выбор сделала такой. Я буду пить вот это все, деньги отправлять в свой собственный бизнес и от этого получать. Пример европейских стран и западных стран очень замечательный. И вот мы ищем тех, кто хочет быть здоровым, стройным, кто хочет денег дополнительных. Маленькие деньги, большие деньги хочет, все подходят. И кто хочет получать бонус президента, и кто хочет путешествовать, это, конечно, тоже мы. Вот такая презентация, которую я с удовольствием вам сегодня рассказала. Если есть вопросы, вы можете мне их сейчас задать.